Минский национальный аэропорт смело можно считать воротами в столицу. Сегодня сотрудники Минздрава, аэропорта, пограничного и таможенного комитетов совместными усилиями проводят комплекс мероприятий по недопущению ввоза коронавирусной инфекции в Беларусь. Ежедневно пассажиропоток составляет до 8 тысяч граждан, прибывающих в нашу страну через сектор международного, через международный сектор пункта пропуска. Вот. И каждому пассажиру осуществляется индивидуальный подход. В настоящее время в национальном аэропорту Минска обеспечено усиление санитарно-карантинного контроля, который включает в себя двухуровневый контроль. Первый контроль – это непосредственно тепловизионный контроль на борту воздушного судна и в последующем уже при выходе в зону аэровокзального комплекса. Наши военнослужащие, отдельно назначенные, выдвигаются к борту самолета, встречают пассажиров, после чего приводят их сюда для прохождения пограничного контроля в сектор прилета. Пассажиры, прибывшие из эпидемиологически неблагополучных стран по коронавирусной инфекции, таких как Китайская Народная Республика, Иран, Италия, Южная Корея, заполняют анкеты при прохождении пограничного контроля, которые в последующем передаются сотрудникам санитарно-карантинного пункта для организации медицинского наблюдения. Анкета прибывшего, тут заполняешь свои данные, адрес, телефон, все такое, болел, не болел, и где был, вот. Ну и написано, что с тобой свяжутся, и если у тебя там температура, ты должен обратиться. Откуда вы прилетели? С Абу-Даби. Ну, анкетку я такую впервые вижу, конечно. Для удобства прибывающих в Республику Беларусь пассажиров через национальный аэропорт Минск организована забора лабораторных пунктов, где лица, которые прибыли из неблагополучных стран, как мы говорили ранее, это Китайская Народная Республика, Италия, Южная Корея, данные граждане могут пройти лабораторное обследование непосредственно на территории национального аэропорта Минск. Тепловизоры два стояли на выходе из самолета. С анкеты заполнили. Заполнение анкеты и по желанию. Предложили сдать на мазок при желании, на выходе буквально за паспортным контролем, сдать на мазок. Если к нам обращается человек, который чувствует себя недомогание либо ухудшение состояния здоровья, мы непосредственно также его направляем сотрудникам санитарно-карантинного пункта для проведения дальнейших мероприятий. Непосредственно те данные о самих пассажирах обрабатываются в течение дня и направляются уже в организации здравоохранения для организации медицинского наблюдения. Также одной из дополнительных мер профилактики, в том числе и респираторных инфекций, является, безусловно, соблюдение гигиены рук. Поэтому на территории национального аэропорта Минск также размещены бесконтактные устройства с антисептическими средствами для рук, где каждый пассажир и сотрудник может провести обработку рук. Также на железнодорожных и автовокзалах установлены дезинфицирующие средства для обработки рук.